Добрый день, сегодня 28 августа, 10:30 утра, я решил пойти в аквапарк и сниму об этом вам небольшой видеообзор, как и обещался. Вот он сам вход, Олимпия, аквапарк Витязева, там какие-то горки, красота, там очередь, билеты уже на руках, в общем, let's go, пойдем. Посмотрел, покатался на всех горках, получается вот. Детские даже горки тут есть, я не знаю, детские, адреналиновая вообще такая нормальная. Вот та левая, уходишь там, она как спиралька идет, закручивает. Там 4 все горки, 2. Получается, как поднимаешься справа, классные, 2 влево, не так себе. Вот лифт сегодня работает там, получается, только один. Ну, первый, конечно, спуск вообще не передаваемое ощущение. Сейчас поеду вот с этой, с открытой прямой. Вроде решился. Ну, раф мне тоже очень-очень сильно понравился. Водичка чистая, я понимаю, почему все хотят все там на пляже, чтобы ничего не было. Ну, приходите отдыхать в аквапарках, вам тоже тут понравится. Вон, куча лежаков, сегодня народу, говорят, не так уж много. Пиво, все, что хотите, есть. 1300 стоит вход. Сейчас уже смена, получается, раньше была и дневная, получается, и вечерняя. Сейчас только у нас, получается, уже осталось... дневная смена, но ее сделали до 17:00. Сейчас по ценнику с вами пробегусь. Вон, гамбургеры, бургеры. Кто-то говорил, что слишком дорого, вроде бы все прилично, нормальные цены. Да-дам. Пиво разное, не разное, и все, что хотите. Мороженка, все что хотите, есть тут же также где посидеть, покушать. Честно, мне, блин, я приятно удивлен. Конечно, по размерам я ожидал большего, думал, все-таки он это побольше будет, этот аквапарк. У меня, правда, извините за мой местный загар. А на детские горки пускают до 100 килограмм, я как раз не взвешивался, 99 вешу, так что все отлично. Вот они, рафты стоят, пончики. Ну, я катался на двойном, мне понравилось. Там дальше бассейн, пойдемте покажу. О, народ бежит. Я когда только пришли, мы пришли в 10:15, получается, было еще не так много людей. Ну, сейчас покажу вам, как вылетают. О, один. Вот, 4 горки здесь положил. Всего, в общем, я посчитал, то есть 4 там, 4 здесь и, по-моему, 4 маленьких. То есть, получается, всего 12 горок. 4 рафта, 4 детских и 4 экстремальных, там, высоких. Сейчас пойду кататься на одной из. Бассейнчик такой небольшой, аккуратненький. Но, честно, для Витязева классный аквапарк. Особенно, если не очень много людей, то вообще ништяк. Ну, там еще одна. Пища зона. Пойдемте, сходим на нее, посмотрим, там тоже почем ценники. Такая вот красота. Есть селфи-зеркало. Ну давайте себе селфи сделаю. Еще раз не бронить меня за мой вид. Ну. Олимпия, я тебя люблю. Отлично. И под этим, ну, вот именно по бассейнам мне гораздо больше понравился тики-так. Я был там, правда, 3 года назад где-то, но там они гораздо больше разнообразнее, есть всякие гидры. Здесь вот 4 фонтанчика, но они меня не впечатлили. Во-первых, по пояс вот лежишь, так себе. Пойдем посмотрим, что тут у нас еще в баре. Люди сидят, кушают. Приятного им аппетита. Мохито, отличный коктейль, пенсию 100 рублей. Ну, по-моему, то же самое, что и там было. А вот есть первые блюда. Нет, не сказал, что дорого. Гороховый борщ 80, суп лапша 80. Просто говорили, дикие цены, по-моему, все вполне нормально.
зря так люди переживают. Все накрыто. Картофель фри, картофель буше какой, даже не знаю, макароны, каша гречневая, греческие. Пирожные разные, вкусненькие, он красивенький. Ну что, в общем, пожелаем мне хорошего отдыха. Вам тоже ярких и красивых впечатлений, когда вы сюда придете. Нет, действительно, я первый год, когда пошел, это было вообще такие зверские ощущения непередаваемые. Когда у тебя уходит земля из-под ног, тебе не хватает воздуха. Я тебя понял, почему у меня там девушка, кстати, привет, которая мне ее как разрекламировала, я запомнил на все лето. Она мне сказала так, я прыгала с парашютом, говорит, парашют ничто по сравнению с этим лифтом. Я не прыгал с парашютом, но лифт действительно крутая штука. Сейчас поеду на открытой горке, говорят, не так уж она и страшная, как выглядит сверху. Прокачусь, рискну. Ну, если меня больше не будет там появляться вот в YouTube-канале, то всем пока-пока, до свидания. Так, еще хотел рассказать про аквапарк Олимпию, то, что здесь есть камеры хранения, стоимость 150 рублей плюс 150 залог. Залог за ключ отдают вам его, когда вы вернетесь. Вот на рафтах еще, уже там подружились немножко с теми, кто запускает. Первая горка справа, Одиссея получается, по-моему, там путешествие называется. Спасибо за крутой запуск, как, наверное, называется, парню, который запускает там. Вообще, задом поехали, нас подтолкнуло, вообще непередаваемое ощущение. Ну и мы тоже пойдем, попьем пиво, что-нибудь съедим. И потом расскажу вам, что-то как. В общем, такой вот набор. Стоимостью, получается, солянка, фришка. Я покажу даже чек. 950 рублей. Можно было не брать очму, в рублей 700. Да. Так вот, уютненько такое местечко, можно покушать. Хорошая, спокойная обстановочка. Там, с другой стороны, аквапарка еще один есть, получается. Такой же шатер, такая же кухонька. Тоже там люди кушают. Тут даже какое-то представление. Что-то вот большое пустое место. А, тут птички сидят у нас и какают. Все, я понял. В чем прикол? Ласточки. Ну, на ласточек не будем в обиде, маленькие, все-таки красивенькие. Я думаю, что здесь никто не сидит по центру. Все понятно. Ну, в общем, Роспотребнадзору привет. Вот он аквапарк. Ну, в принципе, они не мешают, пускай живут. Зато подщебет птичек, можно спокойненько поесть. Так, поднимаемся на нее, посмотрим, какие там виды открываются, что будет интересно. Ветер поднимается. Еще страшнее, на самом деле, там вообще... Ух, такое опасно ситуация. Очень мало людей, кстати, на ней катаются. Я сначала даже на лифте прокатил спокойно, на ней до сих пор боюсь. Вот сейчас сделаю, говорится, все, что только можно. О, кто-то пошел. Видите, как редко. Вроде людей как бы много, но катаются на них очень-очень-очень редко. Заодно покажу, как там выглядят пляжи. Довольно-таки интересно посмотреть, где вы купаетесь с высоты. Мне очень понравился вид. Так, ну это называется спуск в Тартар. Подумаешь, не по той лестнице, там немножко другая. Вот, не сильно высоко. Раньше вот на этих парханах постоянно фотографировал. Пошли выше. Так как колесо обозрения много раз. По лестницам бегать нельзя. О, смотрите, издевательство над животными. Бедный верблюд, он сидит, не знает, куда ему деться. Привязали. Посреди жриху пятенек, я не знаю. Получается, это вот проход возле фонтана, там, где Комариновский проход. Я его скоро тоже сниму. Сделаю по нему тоже видеообзор. Все выше и выше и выше.
собственно, самая верхняя точка с лестницы. Вот он, Комаринский проход. Там, где все кричат, много-много людей. Сейчас обед, людей немного уже. Это уже и конец лета. О, посерединке вообще никого нету. Вот, видно, нет, на видео стоит этот столб мой нелюбимый. Раньше вот здесь фотографировал весь прошлый год. Кто у меня фоткался, должны помнить. Фу, аж дыхание сперло. Вон центральный проход, это проход на Витязева. Там постоянно куча людей. И он туда аж. Далее это Витязевская леса, там Погорельщенко. Так, в ту сторону. Смотрите, как резко пляжи пустеют. Вот там возле второй таблетки вот видно скопление людей. Это Жемчужинский проход получается. Это чуть поближе. И за ним туда дальше, вот где качается, там вот видно полосочка, кусочек. Вот оно все, Витязево. Вон сам Аквамарин, за Аквамарином мой дом. Куча гостиниц. Сейчас поднимусь еще. А вот на это вот хочу прокатиться. Все, ждите меня снизу. Если остановлюсь, всем пока-пока. Еще остался, получается, детский красивый комплекс. Оп, оп, оп. Сниму его со всех сторон. Только недалеко. Вот все жаловались, что в детском бассейне вода холодная. Отличная водичка. Вот, кстати, еще пенное шоу было. Мы благополучно его проели. А когда следующее пенное шоу будет? 4. Надо не проспать. А водичка оттуда сливается вообще? Ну, там сверху. Вот. Печалька. Ну, короче, водичка не сливается. Тут классно. Я покатался сам на горках. Там вот такая, я покажу сбоку. Сейчас спиралевидная горка есть. Вон дети бегают, сами резвятся здесь. Лягушатнички. Вот, да, вот. Сейчас спиралевидная, вот ее видно. Вот. Вообще жесткая просто. Она реально, то есть явно для взрослых даже не стрел. Ну как, страшновато было не ехать. Но понравилось. Водичка, кстати, теплая. Вот тут она может охлаждаться, когда на улице как бы прохладно. А вот в том бассейне в взрослом, то есть нормально вообще все. Здесь там все по температуре тоже скажу. О, ну, прохладненько. Ну, контраст с температурой воздуха где-то на 30, то и побольше градусов. Вон, не вижу, чтобы дети были синие, счастливые, довольные. Смотрите, всякие трубочки, мрубочки, ну, все счастливы. Тут, наверное, больше, чем на рафте уже народу стало. Просто не надо столько ходить по лестницам. Заказал, забежал, быстренько, оп, и поехал. Особенно вот эту горку мне тоже понравилось. Я тоже катался. Выезжать такое большое пространство, классно. Вообще, ну, детей счастья вообще просто миллионы. В общем, мне очень-очень-очень-очень понравился аквапарк Олимпиан. Все, что могу вам сказать. Меня снимают. Так, все селфи все сделаю на фоне детских аттракционов. Они мне очень понравились тоже. Пойду поплаваю в бассейне. Большом, взрослом. Там тоже довольно-таки прикольно. На рафтовом люди ходят. Вот, левые две круто, вот эти правые. Ну, они длинные, так, ну, так себе. В темноте едешь, едешь, едешь. Как, никаких таких, там прям супер ощущений нету. И взрослый бассейн.
здесь 1,4 метра, там чуть побольше. Ольги тоже классно, интересно. Коля Дженский, медпункт. Стол, кстати, вот то, что я купил, все съел, объелся. У нас пошла анимация. Команда синяя против команды красных, играем в Оли. Как оно? Водички очень интересно, весело. Всем тоже надо будет на следующий заплыв поучаствовать. Народ на перегонки бежит побыстрее на рафтер. Так, вот так, вот так. Тут, кстати, идет битва не на жизнь, а на смерть. Я поэтому пошел взять другой телефон, надо записать это тоже. Что это такое? Еще непонятно. Так, девушка в красном. Теперь девушка в красном. Теперь молодой парень. Игрок команды красный, я уверен в этом. Он нападает на себя, народ. Будем понять, какой пас, красивый нападение. Опасный тяжелый момент. Один на один, друзья, с ударом или просто нет. Еще раз. Без подъема поля. Такая вот веселые движения называются. На самом деле очень круто, тоже хочется поиграть. Гонки уже чуть поднадоели, покатался абсолютно на всех. Захватила одна там спиралька детская, вообще быстро подниматься, быстро скатываться, прижимает. Все. Если бы мы знали, девушки, что вы играете за другую команду, это бы все. 5, 4, 3, 2, 1. Пьяная вечеринка в Алкопаке Олимпия. Хочу сказать спасибо всем работникам аквапарка, которые сегодня помогали нам кататься, развлекаться, следили за нами, чтобы мы не утонули, нас кормили. Было круто. Реально, Олимпия стоит того, чтобы туда сходить. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал в YouTube, в Instagram Юра Азаровский, ВКонтакте Юра Азаровский. В общем, везде, где только можно, набирайте Юра Азаровский, я везде есть. Буду рад вашим комментариям, лайкам. Всем пока-пока.